Салам алейкум. Как родился Али ибн Абу Талиб и какие доводы, что он родился внутри Каабы? Из суннитских источников расскажите заранее спасибо. По поводу того, как родился Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, его мать совершала обход Каабы, и в этот момент, согласно преданиям, в этот момент пришло время, и перед Фатимой бинт Асад, матерью его святости Али ибн Абу Талиб, раскрылись стены Каабы, она вошла туда и родила Али ибн Абу Талиб, алейхиссалам. Что касается доводов и доказательств, то, опять-таки, это мутаватир, оно передается огромным количеством преданий, как в суннитских, так и в шиитских источниках. Например, в Мустадраке Аль-Сахихейн, Хаким Нишабури, Нисабури, если хотите, говорит, «Факат таватарат иль-ахвар, анна Фатима бинт Асад, валадат амир аль-муминин Али ибн Абу Талиб, каррам Аллаху ваджха, фи джауфи ль-Каабе». Что сообщение о том, что Фатима бинт Асад родила повелителя правоверных Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, внутри Каабы достигает степени таватара, что это очень распространенное предание, достигающее такого количества передач, что не вызывает никаких сомнений.